После посещения молодежного добровольческого форума «Добролето. Территория веры 2019» святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, где сегодня отмечают торжество в честь и память преподобного Радонежского чудотворца. В обители святейший патриарх Кирилл совершил малую вечерню с чтением Акафиста ее преподобному основателю, святому Сергию Радонежскому. На нашем телеканале шла прямая трансляция патриаршего богослужения. В Троицком соборе святейший патриарх Кирилл совершил славление и поклонился честным мощам Радонежского игумена. Днем в Троицком соборе святейший владыка возглавил служение малой вечерни с чтением Акафиста преподобному. Его святейшеству сослужил ряд архиереев и насельники лавры в священном сане. Радуйся не точью в России, но и всей вселенной прославленной. Радуйся, родители благих, добрый и избранный плоди. Радуйся радости скорбящим и милости с верою тебе просящим подателю. Радуйся печали злых во всяких приключениях отгонителю. Радуйся, Сергие, скорый помощниче и преславный чудотворче.